Если вам нужно быстро испечь торт, то лучшего варианта, чем коржи на сметане, вы не найдете. Поэтому расскажу и покажу, как приготовить сметанный корж просто и без проблем. Такие коржи можно испечь заранее, за 1-2 дня, и даже заморозить готовые коржи на 2 месяца. Из сметанных коржей можно собрать торт или подать со взбитыми сливками и свежими ягодами. Сметана 230 грамм. Мука пшеничная 270 грамм. Масло сливочное мягкое 345 грамм, комнатной температуры. Сахар 575 грамм. Яйца 6 штук. Сода пищевая 1/4 чайных ложки. Соль 1/2 чайных ложки. Лимонный экстракт 1 чайная ложка. Миндальный экстракт 1/4 чайных ложки. Количество порций 10. Разогрейте духовку до 165 градусов. Взбейте масло на средней скорости миксера до кремовой консистенции. Постепенно добавьте сахар и взбивайте, пока смесь не станет легкой и пушистой. Добавьте яйца по одному, и взбейте массу до однородности. Разогрейте духовку до 165 градусов. Взбейте масло на средней скорости миксера до кремовой консистенции. Постепенно добавьте сахар и взбивайте, пока смесь не станет легкой и пушистой. Добавьте яйца по одному, и взбейте массу до однородности.